Так, друзья, продолжаем тему по 3D гравировке. У нас стоит краски, здесь болванка. Она очень сильно блестит. Делаем пончик. Сейчас продолжим. То есть у нас вчера, скажем так, закончил где-то в 7 вечера. И сегодня буду продолжать вторую часть. Ну, в принципе, это возможно. Тут ничего сложности нет. Если правильно настроен макет, все правильно сделано. Включаем оборудование. Пончик я разбил на 400 слоев, это, конечно, маловато, но все же, даже при таких количествах слоях, получаем довольно-таки неплохой результат. Сделано две группы, группа из первых 200 слоев и из вторых. Вот сейчас мы будем бить вторую, потому что по первой, получается, у нас заняло час 47, вторая у нас будет занимать сейчас, ищем пончик, 2. Первый видос выйдет, кстати, где-то через недельку, наверное, скорее всего. Вот, и там будет краски макет пончик 1. И под второй видос я отдельно тоже сниму и сделаю пончик 2, тоже макет выложу. То есть, в принципе, кто хочет, может собрать эти два макета и также отгравировать. Единственное, говорю сразу по настройкам, ребят. Не жгите свои станки, пожалуйста. Настройки делайте под свои оборудования. То есть здесь настройки сделаны под мое оборудование. Единственный косяк. По этим двум макетам первый параметр я настроил нормально, а вот второй параметр чистки, скорость стоит 200, надо скорость здесь 2000. Ну и в принципе все, ставим, запускаем, гравируем.